Здравствуйте! Сегодня мы с вами займемся умножением чисел с разными знаками. Итак, первый пример. Минус 5 умножить на 6. У одного числа знак минус, у другого плюс. Ставим знак минус и умножаем числа 5, 6 будет 30. Далее. Посмотрим, когда стоит в другом порядке. 9 умножить на минус 3. У одного числа плюс, у другого минус. Ставим знак минус и умножаем 3 × 9, получается 27. Если оба числа содержат знаки, получаем минус 11. Умножить на минус 12. Минус на минус дает плюс. То есть нам надо просто 11 умножить на 12. Отделяем себе черновичок и 11 умножаем на 12. 2 × 1 – 2. 2 × 1 – 2. 1 × 1 – 1. 1 × 1 – 1. И складываем 2, 3, 1. То есть мы получаем 132. Далее. Если нам необходимо перемножить десятичные дроби, рассмотрим последние три примера. 0,7 умножить на минус 8. В ответе знак плюс на минус будет минус. 7 × 8 – 56. Пишем 56 и смотрим, что у числа 0,7 один знак после запятой. Ставим запятую. Минус 5,6. Если знаки стоят наоборот. Минус 0,5 – умножить на 6. Ставим знак минус. 5 умножаем на 6 – это 30. И у числа 0,5 один знак после запятой. Ставим запятую. И 0 на конце зачеркиваем. То есть ответ будет минус 3. И последнее. Минус 0,6 умножить на минус 0,9. Ставим равно. Минус на минус – это плюс. 6 × 9 – это 54. Но у нас два знака после запятой. У первого числа 1 и у второго. Отсчитываем. 1, 2. Значит, надо дописать 0. И получаем 0,54. В следующем видео я покажу, как находить произведение чисел, когда у нас имеются дроби обычные.